наш фильм не о вулканах. Он о самых прозаических вещах. Песке, глине, камне. Веществах, основу которых составляет совсем обычный элемент – кремний. Но не спешите разочаровываться. Ведь порой неожиданности подстерегают именно там, где их меньше всего ждешь. Итак, начнем по порядку. Давно известна истина. Основу всего живого на Земле составляет углерод. От этих простейших в капле воды до человека. Белки, жиры, углеводы – все это производные соединения углерода. Считается, что и жизнь на Земле началась с появления в море первых углеродных соединений – белковых молекул. Но белок имеет очень узкие границы существования. Смотрите. Он разрушается при температуре всего 60 градусов. Но как тогда объяснить тот факт, что в кипящих гейзерах живут удивительные организмы, диатомовые водоросли? Живут при температуре до 160 градусов и при этом спокойно размножаются. В чем тут дело? Как оказалось, в том, что их защищает оболочка из чистой окиси кремния. Но это открытие было только началом. А дальше? Дальше кремний в большом количестве был обнаружен в космосе, на всех доступных взору человека небесных телах. И уже не только фантасты, но и некоторые ученые заговорили о том, что жизнь, вероятно, может существовать даже на горячих планетах. Только не белковая, а кремниевая. Так в космосе. А на Земле? В земной коре кремния после кислорода больше, чем всех остальных элементов вместе взятых. Тоже случайность. Почему же тогда в таблице Менделеева углерод, основа жизни, и кремний стоят в одной группе и, значит, должны обладать схожими свойствами? И еще одна загадка. Как и чем питались первые растения на Земле, когда еще не было гумуса, а стало быть, и почвы? На этот счет существовало множество предположений. До тех пор, пока ученые не обнаружили вот эти существа – силикатные бактерии. Невероятно, но это так. Они поедают минералы кремния и освобождают из них калий, фосфор, азот – самые необходимые для растений микроэлементы. И очень возможно, что силикатные бактерии были первыми живыми существами на Земле. Буквально съев верхний покров планеты, они и создали почву. Вопреки существующим мнениям, оказалось, что кремний содержится во всех растениях. Выявились и своеобразные кремниевые чемпионы – рис, бамбук, крапива, папоротник. Все они очень устойчивы к морозам и засухе, к радиации и грибковым заболеваниям. Папоротник, например, практически невозможно заразить. И еще. Кремниевые растения уже много веков широко используются в народной медицине, особенно крапива. И не потому ли, что ее листья сплошь покрыты окисью кремния? Вот эти стеклянные крючки, благодаря которым она жалит. Итак, кремний был обнаружен всюду. И в организме человека тоже. Правда, в небольшом количестве. Но оказалось, что, например, в месте перелома его содержание возрастает почти в 50 раз. Как будто организм посылает его сюда на помощь. Выяснилось также, что при недостатке кремния стенки кровеносных сосудов теряют свою эластичность и лопаются. Вот вы видите сейчас этот момент. Больше того, удалось установить, что недостаток в организме кремния ведет к развитию диабета,
рахита, анемии и дерматитов, рак и даже процессы старения, как полагают, тоже находятся в прямой зависимости от содержания в организме кремния. Все это убеждало в том, что кремний не инертный, как считалось ранее, а биологически активный элемент, который играет огромную роль во всех процессах жизнедеятельности. Вот тут-то за дело взялись химики. Ученые Латвийского института органического синтеза начали трудный поиск. Напряженный поиск латвийских ученых дал интересные результаты. Впервые в мире были получены необычные вещества, биологически активные кремнеорганические соединения. И сразу же начались неожиданности. Эти болезнетворные простейшие, например, спокойно живут в растворе антибиотика, который еще месяц назад был смертельным для их вида. Всего месяц. И новейший дорогостоящий препарат уже неэффективен. В колбе тот же антибиотик. Только в нем один атом углерода заменен на атом кремния. Проходит всего несколько секунд, и смерть. Обычно мыши могут продержаться на воде не больше часа. Эти плавают уже 6 часов, а всего лишь крохотная инъекция нового препарата. В живом организме все подчинено строгой регуляции и определенному ритму. Но когда клетки начинают бесконтрольно размножаться, мы говорим «раковая болезнь». Теперь проследим за одним экспериментом. Рассказывает доктор медицинских наук Генрих Антонович Григалинович. Мышкам с метками привили только раковую опухоль. Мышам без меток сделали то же самое. Но добавочно вводим одно из соединений кремния. Так выглядел наш мышиный городок через 10 дней. У мышей без меток, как видите, внешне нет даже следов заболевания. И вот как выглядят мыши, которым привили только опухоль. Она поразила все тело. Так что же, кремниевый препарат справился с болезнью? Да, справился. Вернее, организм справился. А помогло ему в этом соединение кремния. Оказалось, что кремний является необходимым компонентом соединительной ткани. А некоторые его соединения могут мощно стимулировать ее рост. Слово директору Иркутского института органической химии, член-корреспонденту Академии наук СССР Михаилу Григорьевичу Воронкову. Вот уже в течение 15 лет мы ведем исследования в области биологически активных кремниеорганических соединений. В ходе этих исследований мы нашли целый ряд интересных препаратов кремния, которые сулят большие перспективы в лечении разных болезней и в развитии сельского хозяйства. В настоящее время к этим исследованиям присоединились и ученые в других странах, в первую очередь в Соединенных Штатах, во Франции, ФРГ и в Польше. Как-то не парадоксально, но я уверен, что наши представления о кремнии как о неживом элементе должны в ближайшее время коренным образом измениться, и мы должны назвать кремний элементом жизни. Да, как это ни парадоксально, но мы действительно должны назвать кремний элементом жизни. И, быть может, вы согласитесь с нами, что порой удивительные открытия бывают именно там, где их меньше всего ждешь.